Всем привет, извиняюсь, что так давно не было роликов. Просто я сейчас, у меня сейчас каникулы, я уехал на дачу, сижу тут. Завтра каникулы кончатся. И я вот сидел дома, и у меня просто пропал всякий энтузиазм снимать ролики. Типа, не было желания, типа, я очень много тратил на это сил, времени, и почти не было вообще никаких просмотров. Было очень обидно, поэтому я как-то забросил канал. Я когда вернусь в Москву, начну активно вести свой ТикТок. Да, у меня есть ТикТок аккаунт, ссылку я не буду оставлять, потому что не хочу. Типа, не надо. Вот. Чё, и может буду снимать ролик еще на Ютуб. Просто реально это очень сложно, долго. И вообще очень грустно, когда ты старался, я монтировал ролик несколько часов, делал превьюшку. И в итоге там 9 просмотров. Ну ладно, не болейте, всем здоровья, счастья. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.